Здравствуйте, я Михаил Кожухов. Тот самый мужик с усами, который ездит по миру и ест тараканов. Я действительно много лет снимал для вас программу путешествий. Рассказывал о том, как живут люди в самых разных странах. Мне хотелось, чтобы вы вместе со мной окунулись в их жизнь. Попробовали ее на вкус и на цвет. Потому что это самый лучший способ узнать мир. Теперь мне говорят, какой же вы счастливый. И это правда. Считается ведь, что только любовь и возможность путешествовать делают нас по-настоящему счастливыми. В делах сердечных я вам, пожалуй, не помощник. А вот помочь вам увидеть мир и почувствовать себя чуть более счастливыми – это я точно смогу. Мой клуб путешествий – это коллекция лучших маршрутов, которые мы отобрали для вас вручную. Это места, где побывал и я, и которые нужно обязательно увидеть хотя бы раз в жизни, для того, чтобы раздвинуть рамки своих представлений о красоте нашего мира и о величии людей, которые жили до нас. Если вы хотите привезти из отпуска только загар и не мечтаете ни о чем, кроме пляжа, спасибо, что зашли на наш сайт. Но вы ошиблись адресом. Клуб путешествий – это место для тех, кто хочет привезти домой главное – воспоминания на всю оставшуюся жизнь. Рядом с названием клуба стоит мое имя, но я хочу, чтобы там стояло и ваше, чтобы он стал клубом ваших путешествий. Вступайте, выбирайте свою дорогу. Перед вами весь огромный и прекрасный мир. Теперь он и ваш тоже. –